Вот. Если я был физически слабым, я бы морально устойчивым был. Ни за что не ходил бы по бабам, алкоголя ни грамма не пил. Если бы я был физически сильным, я бы тогда даже думать боюсь. Пил бы влагу потоком обильным, но по бабам ни шагу, клянусь. Но если я средних масштабов, что же делать, ну как же мне быть? Не могу игнорировать бабам, не могу и спиртного не пить.